партнер проекта «Центр развития социальных проектов Пермского края «Содействие». Развивайте свой бизнес вместе с нами. Микроволновая печь. В ней можно и готовить, и разогревать, но она экономит время. Микроволновая печь очень быстро разогревает, в отличие от электроплиты или газовой, да, и количество манипуляций больше, как-то что-то разогреть, переложить, посуда горячая и прочее, прочее. Микроволновка за секунды добивается того результата, который занимает, не знаю, минуты уже тогда у плиты. Мне облегчает жизнь посудомоечная машина. Без нее постоянно нужно было думать о посуде. Да я даже помню, что я как-то вот беременная была, и на всю семью посуду перемыть. У меня спина даже болела и так далее. Ну, все равно сложнее. Когда семья, особенно когда семья большая, а у нас сейчас так, дети подросли, и уже не очень большая, и все равно посудомоечная машина на первом месте. Телефон облегчает жизнь в большей степени, потому что это универсальное устройство. То есть это и почта, и интернет, и телефон. А как раньше было? Приходилось либо в компьютере смотреть, соответственно, в стационарном. Но это если говорить про почту, про телефон. Ну, мобильный телефон обычный, кнопочный, или просто телефон стационарный. Только так решалось. Ну и коммуникации живые. Сейчас все в электронный мир ушло. Ускорение происходит. Коммуникации быстрее стали. Термопод. Это типа чайника. Всегда горячий, постоянно температуру поддерживает термопод. 98 градусов. Можно поменьше сделать. Удобно, потому что и кашу ребенку заварить быстро, и чай попить, и гости пришли. Конечно, чайник тоже электрический быстро, но у нас чайник быстро ломался почему-то. Вот сколько ни покупали электрические, так он ломался быстро. Термопод вот 5 лет уже. Работает. Мультиварка. Все очень просто. Вечером ставлю кашку, к утру она по времени готовится. Утром встаешь, кушаешь завтрак. Вот. Очень облегчает. Облегчение в том, что мне не нужно стоять у плиты. Не нужно вставать раньше, там, минут на 15-20, чтобы сварить эту кашу. Облегчает нашу жизнь ноутбук. В нем можно хранить всю информацию, которую раньше люди хранили, я не знаю, в талмудных папках. Они ходили в библиотеку почитать книги, а сейчас все можно в электронном варианте почитать, посмотреть. Экономия места, времени. Я думаю, время для каждого из нас сейчас очень ценно. И проще на коленках дома вечером почитать книгу, нежели идти в библиотеку, как это раньше происходило. Стильная машина, холодильник. Пожалуй, холодильник даже намного важнее, чем даже стильная машина. Потому что если уж ты руками можешь постирать, допустим, время у тебя достаточно, и тебе не жалко его потратить на это, то без холодильника весьма сложно, продукты будут портиться моментально. Я только купил квартиру недавно, новую, в новостройке. И на сегодняшний день у меня много чего не хватает, не успел еще приобрести. И в связи с этим знаю, как тяжко без холодильника. Продукты покупаю буквально вот на день. Вот. То есть я не запасаюсь. То есть я не беру на один раз приготовить, чтобы это, и стараюсь быстро как-то съесть. Ну, пульт от телевизора. Потому что не надо вставать с телевизора, с дивана, переключать еще что-то. То есть сейчас можно всякие различные голосовые функции есть на пульте, когда даже можно кнопочки не нажимать. Ну, у нас, например, дома телевизор на пульте есть буквально там 3 кнопочки. Нажимаешь микрофончик, говоришь, искать какой-то конкретный фильм, какой-то конкретный на клип, он сам самостоятельно ищет, сам тебе включает, сам все делает. Да все счастливы на самом деле были и без этих гаджетов, как ни крути. Вот просто новое поколение, новое время, мне кажется, все меняется. И веселее на самом деле жили без этих гаджетов, ездили с горки на пакетах, дети были на улице, гуляли, играли в снежки, лепили снеговиков. Сейчас все сидят дома за компьютерами, смотрят YouTube. Наверное, часть это беда. Если говорить про работу, про вообще жизнь, то есть, ну, сейчас на самом деле это очень помогает, потому что благодаря гаджетам, интернету мы достигли бесплатных там смс-сообщений, да, каких-то звонков. Сейчас можно обмениваться фотографиями, не надо ходить, как на пленочный фотоаппарат, распечатывать эту, проявлять ту пленку. В часы можно разговаривать. В моем детстве скажи, что в часы будем разговаривать. Меня...